Всем большой привет, ребята! Вы на канале Е, мои животные, и сегодня есть мой для вас влог. Этот влог не будет, как все обычно, это будет обычный домашний влог. Вот, сегодня вы узнаете в моем влоге, какой новый питомец у меня появился, но он появился у меня буквально ненадолго, на 10 дней, пока моя тетя в отъезде. Вот, увидите мою бусику и, в общем-то, узнаете много чего разного и интересного. Ну что ж, если интересно, оставайтесь с нами, приятного просмотра! Наверное, самое первое, чем вы заинтересовались, это что за новый питомец? Вот он, мой красавец. Это котик. Мой Редик, он у меня буквально на 10 дней. Но знает меня очень хорошо. Мы с детства с ним играли, дружили. Поэтому, в принципе, для него была только новая местность. А так, ничего больше другого. Ну, в принципе, и новая была также Буська. Вот. Но они с ней уже подружились, то есть, как бы, Буська не боится Редика, Редик, как бы, ну, не шипит на Буську, то есть, не кидается. Вот, все хорошо, они поладили. Редик к нам приехал в переносочке вот такой вот. Я бы, кстати, Бусе тоже такую переноску купила, но, в принципе, пластиковыми тоже нравится. Вот, у него здесь стоит в зале вот такая вот когтеточка. Вот он, Редик мой. Опа! Ку-ку! Кто там? Редик. Вот. Также вы, наверное, заметили, что у меня появилась новая мебель в зале. Вот такая вот она. Вот она модульная. Кстати, сегодня выйдет много разных видео. Вот где-то видео 4, а возможно даже и 5. У Редика есть также свои игрушки. Вот, значит, с нами приехала игрушка вот такая вот. Вот, потом также приехала вот такая вот штучка, висюлька, и вот такой вот канатик. Вот Редику очень нравится лежать вот здесь вот, на кресле, и смотреть на Буську. Вот, скорее всего, он там и будет спать. Вот, опа, кукусики. Также он очень любит сидеть на подоконнике. Вот. Все, мяу, мур. Мур-мяу. Мой лапочка, мой хороший. Все, все. Не трогайте меня, буду спать. Вот. Кормим мы Редика кормом Феликс. Жидким кормом Феликс. Вот. То, что нам передала его хозяйка. Сейчас пошлите посмотрим с вами. Вот. То есть здесь много различных кормов. Вот там с кроликом, потом что там с курицей, с индычкой, с лососем, с треской. Вот, в общем, много чего разного, но почему-то он эти корма не кушает. Не знаю почему, а хотя, в принципе, просит, мявкает. То есть, если я даю какую-нибудь другую ему еду, он кушает. А такие вот эти вот корма жуткие почему-то он у нас не ест. Вот, значит, пошлите дальше. Вот здесь вот у нас стоит его лоточек, то есть куда он ходит в туалет. Здесь нужно буквально немножко гранул, потому что внутри лежит пеленка, и она впитывает всю как бы его мочу. Пойдемте дальше. На кухне у нас стоит его еда. Он любит прыгать по столам, также по подоконникам. Вот здесь вот он у меня сидит и кушает травку. Вот переставила сюда траву, чтобы он ее ел. Посмотрите, какая у нас красивая птичка сидит. Так, значит, вот здесь у нас стоит молочко для него, и также вот эти все его корма, вот. Но почему-то, к сожалению, он не кушает, хотя, ладно, захочет, поест. Ку-ку, а вот и мы. Редик у нас очень любит лазить по нашей вот этой новой мебели, вот, да, Редюня? Редик. Все, лазить ему интересно. Все. Вот так вот мы бегаем. Это мой новый фон, где я буду снимать много разных видео. Сегодня вы, кстати, увидите новое видео на этом фоне. То есть, как разузнать ожирение у кролика. Также сегодня выйдет этот влог. Еще что? Видео еще также из зоопарка. Ну, не из зоопарка, а из выставки. Вот, получается, там разные кролики, морские свинки, шиншилки, попугайчики и обезьянки. Вот. Этот влог получится такой домашний, не очень интересный, как я считаю. Вот, и, наверное, я буду его заканчивать.
Да, ребят, серьезно, так быстро. Вот. Потому что, в принципе, ничего нового я вам не рассказала. Только то, что у меня новый питомец. И также, что новая мебель. Вот, смотрите, я только открыла дверь у Буськи. Редик сразу заинтересовался. Красавец мой. Вот, в общем, ребят, они хорошо поладили, поэтому, возможно, скоро выйдет такая неделя влогов с Редиком. Если вы хотите, чтобы вышла такая неделя влогов, ставьте под этим видео лайки, подписывайтесь на наш канал, также подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте. И всем до новых встреч, увидимся с вами очень в следующих видео. Пока-пока!